Инструкция. Однажды бабушка готовила комнату для котят, чтобы они могли оставаться у нее на ночь. Бабушка! Ах, вы мои котятки! Ваша будущая спальня готова. Только вот кроваток не хватает. Они вот тут. Сейчас я их соберу, и вам будет удобно спать. Вот, держите. Ой, кажется, инструкцию в багажнике забыл. Котята уверены, что у них получится прекрасный корабль. Бабуля, а где то, что было в корзине? Я выкинула это в мусорный бак, чтобы все забрал мусоровоз. В баке для стекла ее все равно не было. Инструкция — это бумага. Значит, она в баке с бумагой. А его пока не выгружали. Ура! Инструкция! Спасибо, бабушка! На этот раз котята все делали с большим вниманием и по инструкции. Еще занимается сборкой кроваток для котят. Похоже, папе самому нужна помощь. Папа, ты тоже не пользовался инструкцией? Я на нее взглянул и, честно говоря, отложил. Думал, что и так соберу. Очень часто нам помогает воображение или логика, но в некоторых делах уж точно не помешает инструкция.